Славянск на Кубани продолжает преображаться. Благодаря участию города в федеральной программе «Комфортная городская среда» была проведена реконструкция Северного парка. Сейчас приступили к первому этапу благоустройства набережной. В планах на будущее – победить на всероссийском конкурсе проектов и благоустроить территорию вокруг озера. Благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда» Северный парк Славянска на Кубани получил второе рождение. Сегодня это одно из самых любимых мест отдыха славянцев. Здесь проходят городские праздники, проводятся тренировки спортсменов, никогда не пустуют многочисленные детские площадки. И парк продолжает благоустраиваться. Глава района Роман Синеговский совместно с главой города Александром Берсеневым обсудили планы по дальнейшему развитию этой территории. Будет проведена высадка новых деревьев, засеяны газоны, облагорожена площадка под летний кинотеатр, который очень понравился жителям. В планах благоустроить и западный берег озера. Город готовит заявку для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победа в нем даст возможность получить дополнительно более 80 миллионов рублей на развитие этой территории. Таким образом, после завершения строительства нового детского сада и преображения западного берега озера, весь район Северного парка будет полностью благоустроен. Вот в этом месте, где мы находимся, мы на сегодняшний день проектируем косу, так называемую, протяженностью почти 500 метров, до вот многоквартирных домов, которые стоят. Сегодня с проектировщиками работаем. Есть идея здесь сделать экотропу. Максимально используем остров, который, естественно, у нас есть. Сделаем туда тропинку, сделаем доступ, мостик туда. Плюсом будут видовые площадки на этой длине. То есть постараемся сделать немножко другую территорию для благоустройства, скажем так, отличную от всей.